В Иванове появились еще одни ясли. Разместились они в многоквартирном доме в центре города. Инициатива создания группы для детей раннего возраста принадлежит общественной организации «Колыбель». Полтора года задумку пытались воплотить в жизнь. И вот, наконец, ясли готовы к открытию. Женщина, которая сохранила жизнь ребенка, получила от нас какую-то помощь. В течение полутора лет мы оказываем ей помощь. Но когда ребенку исполняется там год-полтора года, она остается в столь же беспомощном положении. И вот тогда возникла идея создать такие ясли, такой маленький центр. Мини-ясли появились благодаря поддержке ивановских властей. Именно они на безвозмездной основе выделили помещение площадью 103 квадратных метра. За счет колыбели в нем провели ремонт. Закупили все необходимое для малышей. Уже в конце весны садик начнет свою работу. И мамы, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут зарабатывать, пока малыш в надежных руках. Смогу пойти работать. То есть такая есть возможность. Сейчас нет возможности, то есть, ходить работать. То есть, ну, как бы государство нам сейчас ничего не платит. То есть до полутора лет нам уже 2 месяца. Вот, то есть у меня сейчас есть возможность до нормального садика, до государственного, когда мы пойдем в сентябре, только вот в этом году, то есть вот эти 5-6 месяцев проводить сюда, поработать. Посещать садик смогут 12 малышей в возрасте от 10 месяцев до 3,5 лет. Некоторые из них смогли посетить его уже сегодня. Своей группой детишки остались довольны. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.